А вы знаете, почему на индийских деньгах вы никогда не увидите рисунки и надписи? Дело в том, что в Индии особое отношение к деньгам. Они являются главным атрибутом в каждом индийском обряде. В Индии деньги принято хорошо и бережно складывать, и ни в коем случае не бросать, не рвать и не писать что-то на купюру. Потому что в индуизме это очень большой грех. Когда деньги попадают к бедному человеку, он подносит их к своей голове. Таким образом, благодарит Бога, что они попали ему в руки. А если купюра падает, то у нее просят прощения, также прикладывая ее к голове.